И снова здравствуйте, уважаемые зрители канала записки журналиста Геймера и читателя одноименного блога. Ну что, воскресенье 10 чего-то там марта, 18:27 московское время. И здесь мы вчера ночью остановились на поиске капитана, которого здесь нет. Его реально тут нет, а давайте попробуем. Значит, призраки. Так, прям принц Персии. Так, знаете, что я думаю? Давайте сейчас мы менюшка вернуться на основной экран. Вот. Сейчас одну минутку. Как обычно, когда кто-то дома есть, так не получается спокойно. Отвлекающие факторы и так далее. Так. Мне хочется этого. О. Новая игра плюс 8 часов. Не, новую игру не хочу. Хочу зачистить там. Вдруг появится капитан. Зачистим и пойдем куда-нибудь. Где? Поближе или по расстоянию, или по этим. Как их? В общем, вы поняли. Или нет, я сам не понимаю. В общем, где будет ближе? Вот он, капитан. Раз туда его вкачили. Меня не должны здесь заметить. Конечно, не должны. Ты что, никто не хочет? Не убежишь! Конечно. Да. Опа. Ну и помочь мятежникам. Имейте в виду, если тут не появляется там или капитана, или кого-то как-то где-то. Вот лишний опыт. Хуже не бывает. Так. В смысле лучше. Так, демона в пустыне осталось 40 испытаний Сибика. Испытание Сибика, так, значит. Чего у нас тут? Несется, ага. Думаю, ближе будет отсюда.
Дионискос. День, может, алкоголя требует? Сейчас проверим. Поднял уровень микрофона, заодно проверил, насколько меня слышно. То как-то я что-то посмотрел записи свои как-то. Так, ух ты, нифига тут. Так. Мы тоже так можем, поехали. Опа. Погнали, давай. Погнали наших городских, как говорится. А, вон те ребята, которые. Вот. Едет пан Кривоногий, да. Красота какая-то. Опа. Опа. Так. Найдите юношу и поговорите с ним. Чувак, ты не прав. Похоже, это башня, о которой говорил безумец. Значит, не все в этой истории бред. Какие-то тут какие-то демоны будут. Замуровали демоны. Так. Что у нас здесь? А, так там что-то происходит еще. О. Юноша. С взором горящим. Давай, эй, рассказывай. Как ты оказался тут один? А зачем тебе? Давайте знать? Послушаем. Что тут делает Миджай? Ходят слухи о пропавших людях, ребенке и демонах. Никто никуда не пропал. Нас схватили разбойники. Бежать удалось лишь мне. Но я вернусь и спасу отца. Если отправишься один, погибнешь. Ну и пусть. Я должен пойти. Ты смелый, но глупый. Долг сына перед отцом — жить. Я пойду с тобой. Идем, если хочешь. Мой долг — спасти отца. Ты юн, но готов поступать как мужчина. Отец будет горд. Нужно спешить. Ага. Если нас не убьет жара, то сожрут гиены. За мной. Так, что тут? Что-нибудь с карты мира не даст? Шо? Демоны в пустыне. Так. Твой отец! Он точно жив? Нет. Но что делать? Мама умерла очень давно. Я ее и не помню. Отец сам растил меня. У меня отцовская лошадь. Даже если в дуате конь пригодится. Это буря! А едет нам нужно переждать! У меня нет времени ждать! Если он жив, я так. Спасу. Если мертв, отдам. Надеюсь, стену цела. Сейчас запишем видео, я к вам вернусь. Да нет времени. Надо спешить. В воскресенье всегда почему-то кому-то что-то всегда надо. Опа. А это мы куда фигачим-то? А, прям сюда. Рухать. Ой, ё-моё. Придётся чинить. Так. Так, ё-моё. Еще сюда, блин.
Союзник при смерти. Конечно, при смерти, потому что союзник идиот, блин. Я тоже, походу. Опа. Есть. Надо идти, ага. Коня мне. Ну так надо. Так. Да иду я, давай садись. Нельзя терять время. Садись на своего верблюда. Да ё-ма. Да иди ты. Хочется вот так вот. Мы должны спешить к отцу. Да и спешим, спешим. Так. Ну и где он тут у тебя? Так, подожди здесь. Дальше идти опасно. Я сделаю все, чтобы спасти твоего отца. Спасение отца мой. Вот зараза-то. Догоним. Перегоним. Интересно, а куда он там? А. Ага. Тут еще нарисовались. Так. Я байка Сивы, и я не позволю тебе рисковать. Ты мне не нужен. Я и сам доберусь. Опа. Ах, глупое дитя. Нужно было связать. Ну так плыви. Мы едва знакомы. Однако я ответил на все твои вопросы. Так. Отца, ты мне не нужен. А запретить ты не сможешь. Я не твой сын. Не только у тебя есть. Я Меджай, и мой долг — защищать людей. Меджай? Вас не осталось. Лишь филаки, что грабят деревни и убивают. Они жаждут наживы. А нужны Меджай. Защитники. Люди и Меджай должны сплотиться, Рахата. Сюда, Бай. Тихо. Их лагерь рядом. Нас будет. Сюда, Бай. Тихо. Не хватит. Сюда, Бай. Тихо. Не хватит рядом. Так. Нас могут. Ну да, нас могут. Ты словно мой сын. Считал себя взрослым. Что его изгубило? Угу. Сиди, где сидел. Хорошо, Бай. Я стану слушать тебя. Но погибнешь, займу твое место. О, да. Стражи изредка покидают свой пост по нужде. Тогда и пройдет. Ты быстро соображаешь. Отец будет горд. Будем держаться в тенях и ждать. Звучит, конечно, волшебно. Потому что... Потому что такой крутой Меджей, который убил Цезаря, ну там... О, ну тут понятно, тут 40-го этого. Есть. Лучше не привлекать внимание. Упс, упс. Иди сюда. Мне это не нравится. Вместе мы сила. Так, так, так. Что? Умри. Ты ё-моё. Я думал, мы это того самого. Убью
Вижу цель. Могу стрелять. Я могу убить. Опа. Так, хорошо. Чуть по другому плану пойдем. Как обычно. Так, идем. Есть. Я снова есть. Есть. Отлично. Отлично. Ладно. Заслужил красивую смерть. Так. Угу. Опа. Ну вот и все. Остальными можно и не возиться так. Просто берешь вот так вот. Я. Головка от патефона. Опа-па. Нет. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Опа, шикарно. Так. Опа. Есть. Графит, слафит, что тут? День солнца. Все будет так, как должно быть. Ранил жжет, ранит остается солнце, это горящий камень. Свет озарит все, кроме моих темнейших снов, в которых Фаюм сожжен дотла. Сын Ра. Понятно. Еще одно сокровище где-то здесь. Где-то тут. Понятно, что где-то там. Хм. Да, где-то тут, понятно, что где-то. Так. Никогда не думал, что лук станет настолько ультимативным оружием, блин. Как это символично. Сгорел. Да, я как и тут его достану. Угу.
Достану. Я всегда достану. Так, так, так. Дин-дин-дин. Дин-дин-дин. Колокольчик в саду. Так. Встает, блин. Так. Крестьяне, пошли. Крестьяне. Не-не-не, стой, стой, стой. Это все потом. Это все потом. Пока зачистка территории. Так. Так. Во. Сейчас я вначале все сделаю. Все, что полагается для картографии. Тут такие лежат рядом с водой. Предупреждение. Слушай, ты олух, мы может и бандиты, но видит ОМОН. Мы не идиот. Если ты с пьяну обоссался, не надо лезть к водопаду и плавать там голышом. Мы уже потеряли одного человека в реке. Это не должно повторяться. Так. Есть 900 даже. Замечательно. Угу. Так, а вот теперь можно. Раз. Так. Отлично, пошли. Еще пустую на водопаду. Вот. Водистки. Так. Так, так, так. Опа. Отсюда. Скорее, туда. Коней оставили там. Угу. Бежим, быстрей. Бежим, да. Ну что, бежим, бежим, мы чё не. Ой. Не убежишь. Ай-ю. Да ём!
Перный театр-то. Кого не попал, это конечно забавно очень. Рахате, ты живой? Ага. Давайте послушаем. Вижу все целы. А где мой отец? Рахате, мне жаль. Его отправят на корм крокодилам. Нам не справиться с ними. Это не демоны, это люди. Слушайте. Вы все обязаны отцу жизнями. Туро, помнишь, как он за твою дочь принял удары плети? А ты? Он пересек пустыню и привел твоему отцу лекаря. Ваш черед помочь ему. Если он жив, спасем его. Если нет, отомстим. Идемте! Бой! Боги, как ты похож на отца. Ты прав, Рахате. Что бы ни случилось, мы с тобой. Приготовьтесь. Пусть лучше готовятся те, кто напал на нас. Спасем же... Я пойду вместе с вами! Смесы на ну, поехали. Ой, блин, можно было эту взять, там штучку какую-то. Я убью тебя! Так. Ой, ёбарный театр. Ну, мужик, тебе досталось. Вот так вот. Есть. Так. Нет. Так. Так. Посмотрим, где тут. Ну, корм прыгает. Лающий крокодил — это круто. Потому что
Их мало всегда. Вот, а теперь верующий набой. Теперь иди сюда. Кто здесь? Что сейчас такое? Подминутку. Хватит! Прошу! Кто ты? Что тебе нужно? Я друг. Пойдем со мной. Нужно спасти тебя. Не выйдет. Меня пытали, а потом ослепили. У лагеря есть пристань, где можно укрыться. Так, ну все, бежим. Метров. Пока я вызову коня, я добегу. Вызову коня. Так. Опа. Есть, давайте послушаем. Отец, ты жив? Что с тобой? Демоны лишили меня зрения, но не смогли отнять сына. Ты спас меня, Рахатеп. Он спас всех нас! Победил пятерых демонов в одиночку! Рахатеп, ты стал мужчиной, настоящим лидером. Займи мое место. Я уступаю его. Отец, мне помогал Байек и Сив. Бился за нас. В нашей деревне будут помнить твое имя. Сегодня мы празднуем. Идем с нами. Твой сын отважен. Я рад, что помог вам. Думаю, дальше он справится сам. Доверься ему. А я буду воевать со своими демонами. Короче, не какие-то были не демоны, а вполне себе люди. Вот как чувствовал, что надо было сразу. Потому что... Ну ладно. Черт с тобой. Сейчас давайте вызовем коня. И поедем к своей метке. И потом сохраним видео. Конечно же. Сейчас сохраним, да.
Папа, ты египтянин, а мама гречанка. У Египта с Грецией не будет войны? Между нашими народами нет вражды. Мы все равны. Что-то не похоже. Жрец из храма сказал, что греки – враги Египта. Это совсем не так. Ведь добро и зло есть в каждом. Ты – дитя и Египта, и Греции. Видишь, мы же с мамой любим друг друга. А, близнецы. У греков они просто братья. В Египте у них облик козлов, что живут в подземном мире. Они несут гибель или защиту. Даже боги бывают двуликими. Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Записки журналиста геймера». Я к вам вернулся и понял, что до этого момента микрофон не работал, сейчас должен работать. В джойстике контакты. Это странно, то есть звук всегда идет. Это или этот... Это или провод уже дурит, или потому что сам-то этот новый геймпад, да. Я по старинке, о, называю его. Так, тут слон, что ли? Что делал слон, когда пришел Наполеон? Попробуем его убить. Интересно, а так можно? Опа. Так. Будет славно. Попали вроде. Задницу ему все. Отлично.
Так и... Нормально. Так. Есть. Опа. Вперед. Это ё-ма. Вперед. Опа. Так. Опа. Так. Опа. Отлично. На тебе. Так, я затих, потому что тут очень важный момент. Отлично. Вот это да, шаман. Костюм шамана. Ух, круто. Это надо было сделать. Это очень круто. Конечно.
Убили слона. Угу. Вау. Там такие перескачивающие каменоломные. Кто тут? О, кого-то. Собрать сокровища. Так. Серветники. Гора в пустыне. Так. Опа. Так. Отлично. А вон там. О, вы черти. Так. Угу. И здесь. Шобу тут. То есть ты хочешь сказать, что я не мог его перерубить вот так вот сразу? Ну, окей. Поверю тебе на слово. Вперед. Так. Тын. Так, фаюм. Фаюм. Опа. Угол гиены. Так. Опа. Есть. Готово. Так. Теперь надо куда-то сюда вниз. А, вот сюда. Хорошо. Купила мама коника. А коник без... 1500. Да ладно, вы издеваетесь. Тогда вот сюда. И отсюда перенесемся.
Опа-па. Все-таки сюда. Так. Доплыть до берега. Так. Розовый. Фламинго, кстати. Тут такое сделать. Он, наверное, кого-то надо убить там. Че я пешком как идиот? Так. Подозрительно. Ага. Драгбьорн 93. Сейчас я их тоже подстерегу. Иди сюда. Есть. Отлично. Так. Добить наверняка. Есть 200 опыта. На дороге не валяется. Продолжаем. Скачи, скорей в ночи. Так, давай-ка мы вот так вот как-нибудь. Чем как бешеные. Опа. Убежище Вимти. Кто такой Вимти? Видимо, один из.
Опа-па. Такое взяли. Опа. Есть. Отлично, пройдено. Прошли область. Споем взяли. Так, пока я коня вижу, надо сесть. Так. Так. Все, квест, но боюсь, что перейди к своей метке. Так, поехали. 500 метров проскакать, пока буря не началась. Так. Интересно. Поднимемся. Да, вот и песчаная буря. Кстати. Опа. По ярмиджаю, мне все пофиг. Песчаная буря, да. Кадр. Так. Не заплутать, блин. Убежище. Боевики какие-то. Страха держу духа во сне. Все. Это же сено недоступно. Так. Ой. Так. О. Опа. Самоходный радар.
Что ты тут делаешь? Это вопрос другой. Так. Ух ты, сколько тут всего. Всего, наверное, полезного. Так. Угу. Так. Опа, тут что-то есть. Я не видел. Так. Хорошо. Лагерь такой обустроенный. Надо сказать. Новая угроза, прям как Звездные войны. Одно. Угу. Град стрел. Тоже пригодится. Две точки. Угу, так. Так, заодно тут хилак есть. Ага. Как-то я так... Давайте здесь, что ли. Некрополь-рубоед. Самое смешное, что Птоломея-то уже как бы и нет. Мы его все статуи ломаем. Так. И здесь вот что-то. Некрополь. Военные тут что-то делают.
Пизды. Правильно. Кэш отсюда. Так. Молитва Сераписа. О, Серапис, мама говорит, что ты наполовину египтянин, наполовину грек. Так а чего же египтяне и греки не равны? Не равны наши стопы. Столы не равны наши дома. Ой, я уверен, что если бы ты сделал для нас одинаковым, то больше людей покончили бы. Поклонились бы тебе. Ведь, пожалуйста, если ты не слишком занят. Так, что ж. Продолжаем. Тут что-то как-то где-то... Где-то куда-то почему-то. Так. Так. А каким макаром туда попадает? Все остальные, они что, закрыли, что ли, что-то? А-а-а. Нужно быть осторожным. Вот, все, понял. На куски порву. Кто я тебя? Ну, наверное, да. Опа. Что ты? Сделал для хип-хопа, да? Тебе тоже конец. Вот ты где. Огнем горит бандит охваченный. А я стою немного озадаченный. Вижу, дверь закрыта. Понятно. Так. Читаем. Запечатать гробницу в Эр-Рубаят. Возьми двух солдат и опечатай гробницу в Эр-Рубаят. Сделай это немедленно, но не привлекай внимания. Пусть выглядит как можно естественней. Никто не должен знать, что там внутри. Не вздумай входить или что-нибудь трогать. Знаю, что все сокровища вплоть до последней серебряной монеты я тщательно переписал. У меня записи о каждой сделке, каждой взятке. Если хоть кто-нибудь что-нибудь пропадет, ты и твои люди будете за это в ответе, капитан. Что он такой дерзкий? Тут ничего нет. Уф. Ничего тут нет, реально. Копье какое-то, господи. Так. Что у нас дальше? Дальше у нас Хилак. Так. Все-таки мне интересно сюда вот попасть. Вначале сюда, а потом... Ой, упс. Конечно, иди сюда. Так. Поехали. Куда нам надо? Перейди к своей метке, поехали. Потому что как-нибудь тут путь на... Ой! Да, ты как-нибудь путь найди тут уже. Так. Дороги! Вот тут... Метки всякие. Причем метки эти. Метки совпадают. Интересно, ты где? А, это кораблик-то. Белые кораблики.
но сейчас мне надо будет голосом притихнуть, потому что все уже спят, я уже дома не один. Поэтому голосом прощаюсь, а в игре еще остаюсь. Всем пока и до новых встреч.
надписи времен Старого Царства. Thank you.
Эй, ты что? Совсем? Прочь с дороги! Did you?
right decision, Garrett. Замри! Надо действовать аккуратно. Зову солдат! Подстрелю! Ну что, буду стрелять!
конец! Вот ты где! Подкуп не удастся. Отлично. Я сделал, что мог. Навещу Отиса в Александрии. Возможно, он узнал, что происходит. Что ты?